Пятница, 156-й километр трассы Минск-Гомель. Страшная авария с участием автомобиля Kia Sorento. Здесь произошла в 13:45. Житель Солигорска с супругой направлялся в сторону Могилева, но пропустил нужный поворот. Проехал немножко дальше, чтобы развернуть транспортное средство и вернуться назад на данную развязку дороги, автодороги Минск-Гомель. Значит, не выбрал безопасную скорость движения. Продвижение. И когда начал маневрировать в сторону указателя на Могилев, совершил наезд на парапет. Конструкция прошла практически через весь салон авто со стороны водителя. Мужчина получил серьезные повреждения нижних конечностей. В момент прибытия на место скорой находился в шоковом состоянии. Его из железных тисков вызволяли спасатели. Спустя 40 минут реанимационных действий скончался. Супруга не пострадала. По факту ДТП проводится проверка.